Люди часто находят оленят в лесу одних, думая, что малышей бросила мать. Вот и в начале июня в сафари-парк привезли двоих косуль. Один косуленок, тот, что светленький был, его привезли работники Шкотовской ПХС. Со вторым привезли, приехал мужчина с Спасского района, ну, где-то тоже в лесу здесь Шкотова нашел малыша и тоже по незнанию подобрал его, привез сюда. Если в лесу вы заметили вот таких вот маленьких косулят, то не нужно их забирать из леса. Просто они еще не умеют ходить, и мама их оставляет, а сама уходит питаться. Они питаются молоком матери, и именно такая же ситуация произошла с предыдущими двумя косулями, которые привезли в сафари-парк. Сейчас здоровье малышей намного лучше. Привезли их совсем крохотными, и питаться молоком с бутылочки они не хотели. Один более доверчиво относится к людям, а другой дает себя кормить и гладить только одному человеку. Это косуленок из природы. Принесли люди его, и второй тоже. Два малыша из природы. Люди, значит, нашли в лесу, лежит олененок, косуленок. Думали, что, значит, бросила мамка. И взяли, значит, домой, потом принесли нам. На самом деле, мамки не бросают оленят. Первую неделю, минимум, все оленята затаиваются в траве, чтобы не видно было. Они не способны убежать от хищников, и поэтому затаиваются. Только потом ходят с мамками. Мария Просулова, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости.